Всем привет. Ну, что может быть лучше, уехав из Москвы, в которой только что был достаточно сильный ливень, приехав на дачу, попасть, наверное, еще один шторм или сильную грозу. Честно, обожаю грозу. Вот, блин, вот хлебом не корми. Люблю смотреть и тому подобное. Да, не люблю, когда это превращается в какой-то ураган или прочее, но зрелище офигенное, особенно когда тучи вот находят, они такие черные, прикольные. Ну, в общем, обалдеть. Попробую поснимать это дело, что ли. В общем, так достаточно быстро идет все это дело. Оттуда, по-моему, получается. У меня тут кругом елки, плохо видно, конечно. Попробую сейчас. Ой. О, вот там неплохо видно. Красота-то какая. Куда оно идет? Куда оно идет? Вот, наверное, будет видно хорошо. Ну где молнии? Эй, блин, лампа. Ох, класс. Прям четко в кадр попало. Сейчас ветерочек подует и должен начаться дождик. Где-то рядом. Это что за нафиг? Черт возьми, это град. Это град. Ох ты. Нормально. Oh,
поплавать.